В Новосибирской области создадут совет по духовному воспитанию и восстановят областное родительское собрание. Сегодня в правительстве региона прошло рабочее совещание по сохранению культурного наследия. Как сообщил заместитель губернатора Виктор Шевченко, ведется работа по созданию совета, который объединит представителей различных религиозных конфессий, общественных организаций и органов власти. В Новосибирской области около 70 зарегистрированных национальных объединений и больше 200 различных общественных организаций. Специалисты уверяют, важно не только прививать патриотизм и семейные ценности, но и воспитывать в сибиряках толерантность. Кроме того, необходим диалог с населением. Это поможет не только решить ряд проблем, но и предотвратить их. Человеческая цивилизация пересмысливает уже сложившиеся ценности. И под сомнение ставятся те вещи, которые порой недопустимо пересматривать, основополагающие вещи, которые цементируют нацию, цементируют общество. И нам очень важно вот в этом многообразии новых форм подходов сохранить свою самобытность, первозданность, переложив это на государственную политику, на наши мероприятия, если хотите, конкретные, которые проводятся по отраслям.